Но нет. Держи его, Джеймс. Я не могу остановить его. Прыгайте. Наш мост. Осторожно. Я держу его. Держитесь. О, нет. 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 Здесь глубоко. Я тону в дерьме. Нет. Человек за бортом. Как мы выберемся? Бросайте мост. Когда мы выбрались на берег, мы собрались для экстренного совещания. Я думаю, вот это не выдержало. Свая. Но почему? Интересно, поможет ли нам сфокусироваться на этой проблеме стопка Хонг-Тонга? Да. Или черный петушок? Я буду Хонг-Тонг. А есть White Spirit? Конечно, есть. Я просто не понимаю. Если одна свая не выдержала, то и остальные могут не выдержать. А если мы... Что если мы используем больше этих? Как вы их называете? Твой кашель не помогает. Если мы используем больше этих корзин с камнями, чтобы защитить бамбук от течения... Этот White Spirit, кстати, на самом деле растворитель White Spirit. Ты шутишь? Им очищают кисти. Мы продолжили постройку. Проносились долгие жаркие дни, а мост медленно приближался к противоположному берегу. Он продавил рампу. Кто хочет холодного пива? О да, пожалуйста. Но когда было готово уже две трети моста, я был вынужден созвать очередное экстренное совещание. В чем дело? Мы думали, что строим мост через реку с благородным названием Квай. Да. Но это не так. Название этой реки... Кок? Топ-гир строит мост через реку Кок. Зато это запомнится. Точно, и люди не ошибутся при заказе диска в интернете. С таким названием не ошибешься. А как BBC будут нас объявлять? Это женщина, которая говорит перед каждой программой. А сегодня Джереми, Джеймс и Ричард строят мост через реку Кок. Но мы его не сдвинем. К этому моменту нам уже казалось, что мы целую вечность строим этот мост. И мы отчаянно хотели домой, поэтому решили работать круглосуточно. Держишь? Да, тяжелый. Он плотнее. Ненавижу бамбук. Ненавижу бамбук. Очень. Знаете, после этой поездки через всю Бирму я проникся огромным уважением к дальнобойщикам. Но здесь я проникся даже еще большим уважением к тем военнопленным. Да, да. Потому что, давайте быть честными, мы едим вечерами. Да.